На университетской горке в Харькове появилась новая клумба. Композиция представляет собой ветвь с цветами разных оттенков, выложенных на белом фоне. По заявлению Харьков-Зеленстроя, работы по созданию цветочной композиции велись на склоне под углом 70 градусов. В ходе работ было высажено более 20 тысяч цветов – петунии, железняков, бархатцев и катарантусов. Ой, замечательный город и прекрасный вид. Еще, конечно, не рассмотрел хорошо, но, впрочем, все красиво очень. Изумительно, очень нравится. Очень нравится. Когда мимо проходил, обратил внимание на эту композицию. Очень интересное решение, нестандартное для Харькова. Я думаю, это будет привлечет большое внимание для туристов. Улыбаться хочется. Еще тоже очень понравилось на Полтавском шляхе. Тоже сделали там с краской. Очень интересное тоже решение. Поэтому побольше таких моментов.